В эти выходные по народным приметам начинается бабье лето, но погода сломала все традиции. Если в субботу в Самарской области воздух днем прогреется до плюс 21-26 градусов, это около климатической нормы, то уже ночью столбики термометра покажут плюс 2-7 градусов. Также синоптики предупреждают о тумане, который начнет формироваться в ночь на воскресенье. Водители просят быть аккуратнее на дорогах. А вот в воскресенье в регионе начнется похолодание плюс 14-17 градусов днем. Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта. И несмотря на то, что мы находимся в зоне антициклона, области высокого атмосферного давления, холодный атмосферный фронт нас все-таки затронет. Серость на небе будет целый день, ветер начнет усиливаться, порывы могут достигать 10 метров в секунду. Вместе с ветром в Самарскую область начнут поступать облака. Затем ожидаются дожди, так что не забывайте зонт, он вам не раз пригодится.